друзья, откуда взялась эта фотография? Мне ее прислали из Сахалина. Но это уже второй случай на Сахалине уникальный. Давайте почитаем. Добрый день, Валерий Константинович. Вот сколько собрала кусочки персиков хасанских. Заметьте, хасанские персики она выписала в Сибири, не на Дальнем Востоке. Вот. Но не после перезгнивших, а после съеденных. Некоторые промывала, но они не всплывали. Могут ли они быть зрелыми для посадки? Хочу потом продать, когда взойдут. Так, и дома в холодильник много, может часть посеять под зиму. Так, но если они все плохие, то стоит ли возиться? Эти вырастили из ваших косточек. Всего второй год плодоносят, но наелись и варенье наварили. Корсаков, Сахалинского. Так, тут две темы. Первая, могут ли зайти, садите. И еще я вам что скажу. Второй совет от души. Вы как тут написали? Хотите продать? Дорого не продадите. Вот знаете еще почему? И веры той нету, и раскрутки той нету. У меня был случай, я всегда говорю для всех. Я хочу, чтобы мои ученики, именно ученики, и мои друзья, есть люди самостоятельные, как их назвать-то, сами по себе, я тут не ученики, но уникальные люди. Вот. Я хочу, чтобы и те, с кем я сотрудничаю, кого учу, вот, они полностью захватили весь российский рынок. Понимаете? Вот. Мечтаю об этом. И мой совет. Не продавайте косточки. От души. Все это надо вырастить. Во-первых, вы убедитесь, что они взойдут. Вы косточку продадите, а потом по морде. А у меня не взошли. А они плохо всходят. Нет, не так. Они требуют особых условий, чтобы взошли. Вы продали 10 косточек. Вы с них даже можете заработать на них 300, 500. А может и 1000 рублей. Кто-то восхитится ими. А это 1000 потом боком выйдет. Потратьте на лекарства. Ниже я приведу такой пример. Вот. И если послушаете меня, вы все высадите. Зайдут, значит. Вот. Я правильно сказал, не бойтесь. Они зрелые. Даже хотя бы, хотя и не перележали. Идеал – это когда перележат. Ну, подробнее мы проходили. Так, понятно? И тогда продадите саженец. Вот тут уж, да. Тут вы будете пальцы гнуть. А если еще человек скажет, как самого Железова, можете умножать цену на 2. Так, и давайте вспоминать. Вот это край земли. Это второй сахалинский случай. А другой край земли – это Олег Олегович. Помните? Вот. И получается так, что Мезенов… Ох, сейчас бы сюда фотография. Ну сзади мама укрепок. Точно такие же косточки, точно такой же. А по-моему, больше намного. Вот мы захватываем Россию. Все. Мы делаем это медленно. Вот. Наверное. Афоризм Леонардо да Винчи случайно наткнулся. Простота – это то, что труднее всего на свете. Я в этом убедился. Я упростил все, а от этого легче не стало. Вот. Дальше Леонардо да Винчи. Это крайний предел опытности и последнее усилие гения. Я ни на что не намекаю, но удалось довести до такого состояния, что… Эффективность гигантская, тысячекратная по сравнению даже с учеными. Вот. Один из способов пробиться, это Павел Троценко сделал. Вот эта последняя книга, да, которую я делал, написал, а он редактировал, под названием «Садоводство для избранных судьбой». Он пишет, отправил 16 книг для регистрации в книжной палате. Все зарегистрировали список библиотек, получающих обязательный экземпляр. Вот он. Сейчас покажу. Вот. Самая авторитетная российская национальная библиотека. Государственная публичная, дальневосточная, Российская академия, Санкт-Петербург.
Парламентская библиотека. Ох, сколько там специалистов. Все, пропускаю эту тему. Библиотека администрации президента. Она там есть уже, другая книга. Вот, я вот сейчас бы поставил бы голову на отсечение, или, ладно, ящик коньяку. И оказалось бы, что я никто ни разу не открыл. Библиотека есть, но кто ей может пользоваться? И кто ее хоть раз открыл? Вот уверен, вот так лежит, еще листья уже слиплись. Вот. Ну и еще много чего. Вот. И академия тут есть, все. Другое дело, что она, мои материалы пошли по кругу, вот, а назад откликов не было. Ну, что вы хотите. Вот это вот когда-нибудь сработает. Да нет, не сработает. Здесь может быть во всех этих институтах научной информации, институт научно-технической информации, вот всех, это самое, во всех этих самых, детская государственная библиотека, вот шанс, что кто-то когда-то из детей лет через 50 возьмет ее, схватится за голову, Господи, а ведь у нас, оказывается, были сады. Поняли, да, мои?